Волонтер – добрый, искренний, открытый человек, умеющий словом и делом поддержать тех, кто нуждается в этом. Важность развития добровольческого движения уже давно оценила для себя руководство и педагоги Пушкинского университета. Через помощь другим юноши и девушки учатся понимать мир с его трудностями и радостями, а также начинают глубже разбираться в сущности своих будущих профессий. С одной стороны, да, это и формирование имиджа университета, а с другой стороны, это формирование важных нравственных качеств человека, которые, мне кажется, нужны человеку любой профессии. Это доброта, это сопереживание, это помощь, причем помощь бескорыстная, а это важные качества, которые в принципе характерны и нашему белорусскому народу. И а студенчество, как такая, знаете, молодая движущая сила белорусского нашего общества, говорит о том, что они в полной мере реализуют и у них есть эти качества. Уже не один год ВУЗ активно развивает волонтерское движение, опыт реализации которого стал основой многих научных работ. Об этом и не только шел разговор в рамках открытого диалога. Сегодня идеи брещан, например, внедряют партнеры Пушкинского университета в Италии. Миссия волонтеров многогранна. Она заключается не только в помощи нуждающимся. Добровольцы университета имени Пушкина – активные участники общественной жизни города, области и даже страны. Отряды трудятся на различных мероприятиях, например, в качестве переводчиков. В августе мы принимали участие в чемпионате Европы по гребле. Там мы были отмечены как компетентное и надежное будущее. И, значит, ну, что говорит о высокой степени доверия со стороны организаторов и высокой степени подготовки всех наших кадров. На данный момент в университете 23 волонтерских отряда и Академия добровольчества. Это клуб волонтеров. Это численность их более 800 человек. В рамках фестиваля свои заслуженные награды получили наиболее активные волонтеры. Как показывает практика, такого рода мероприятия становятся для юношей и девушек стимулом для новых идей и проектов.